Киев, съемки нового клипа, первый сингл с 4-го альбома, который называется «Take It Off». Альбом называется пока еще не знаю как, потому что он выйдет только осенью. И сингл «Take It Off» крутой, динамичный, позитивный, летний. Трек был создан американскими авторами и записан Сергеем в студии в Швеции. Песня получилась очень танцевальной, что отражает основное настроение нового альбома. Каким же будет новое видео и кто работает над его созданием? Отличная команда работает. Режиссер Евгений Тимохин. Мне нравятся его работы, которые он делал до этого, поэтому, в общем-то, пал выбор на него, и я знаю, что он сам со мной хотел давно поработать, так что мы соединились. Соединились, говоришь? Надеюсь, ваше так называемое соединение из самого клипа вырежут, и мы этого лицезреть не будем. Радует глаз танцы, много танцев. Кто этот гуру, что учит тебя таким непростым движением? Денис Стульников, хореограф, который также со мной много работает и работал над моей концертной программой в большинстве номеров, над шоу «Биение сердца», над клипом «Electric Touch», предыдущим танцевальным видео. Что скажешь об обстановке на площадке? Дикая духота, в Киеве плюс 30, железная крыша, и просто мы днем умирали. Сейчас как-то попрохладнее, потому что реально давление поднималось и закладывало уши, потому что постоянные танцы, это дикая нагрузка на организм. Танцы – это твой конек, как мы успели понять. А как же экшен? Про него что-то все совсем забыли. Где драйв, перестрелки, разборки? Все время дэнс, дэнс, дэнс. Давно танцуете? Уже где-то 2 часа ночи, снимаем с 8 утра. И постоянно танцуем, постоянно происходит что-то на площадке, ни минуты не отдыхаем практически. Но что не сделаешь ради результата? Не жалеешь ты совсем себя, Сережа. Работа работой, а обед по расписанию. Кушай и музыку слушай. Спасибо за эксклюзив из-за кулис. Новое видео «Take It Off» уже совсем скоро в эфире лучшего музыкального.